5 килограммам принадлежит Георгию Маркову из Болгарии, был установлен давно, в 2000 году, на Олимпийских играх. Он же является и рекордом Европы. В толчке рекорд мира 198, китаец Ляо Хэй совсем недавно на прошедшем чемпионате мира его установил. Сумма 358 также принадлежит китайцу. Спортсмен из Румынии Флорин Безернарю, 20-летний, 135 килограммов зафиксировал.